Ребят, всем привет! Вот кусок гипсокартона. Я его померила, он 90 на 1,20 м. Вот. Там есть и фабричная кромка, и резанная от мастера. Ребят, что я хочу вам сегодня показать. Меня сейчас смотрит 77% молодых ребят, 35 лет. Вот. Значит, смотрите, вот что я... Вот вышла я сейчас в коридор. Я живу на последнем этаже, вот лестница, чердак. Вот, я взяла, у меня есть остаточки грунтовок, лоток, валик 18 сантиметров, он лежит. Вот, и что я сейчас хочу? Я сейчас его прогрунтую, этот лист, схожу в гараж, принесу, там у меня есть, вот последний Николай мне отдал штукатурку белую, теплон юнис белый голд, шпаклевки основит гипсовые, вот, и есть у меня кусочки обоев. Вот можно будет, допустим, прогнать вот кусок как бы стены виртуальной. Вот, как надо подготовить, чтобы поклеить обои, например. Вот. Ну вот у меня такая задумочка. Вот, давайте, ребятки, до встречи. Давайте зацените мою эту идею. Нужна ли она вам сейчас, актуальна, или вы все знаете без этого. Давайте, всего доброго, пока, напишите мне. Ребят, вот смотрите, я взяла валик 18 сантиметров, высокий ворс. Одела накладку деревянную, взяла лоточек 330 на 270, он до валики до 25 сантиметров. Кисть радиаторная, 63 миллиметра на длинной ручке. Вот. Беру грунтовочку, ну, у меня уже отлитые остаточки, вы возьмете новую, глубокое проникновение, грунтовку. Ой-ой-ой, открывается, сейчас открою, которая открывается, наверное. Вот эта бутылочка открывается. Наливаю ее в лоточек. Лоток для того, чтобы растушевывать. И на полку, потому что излишки и грунтовки не нужны, но и недостаток тоже проплешины тоже нам нужен. Ребят, беру валик 18 сантиметров. Лоточек у меня тут. Раскатываю. Грунтовочка. То есть пропитан. Вот раскатала доску. Вот мой гипсокартон, ребята. Картон не штукатурится, он считается, что он идеальный материал, финишный. Ну, а я штукатурю, я вам покажу, как штукатурить стены. Чтобы вы знали и умели, что это не очень сложно. Чтобы меня одна женщина пригласила к себе, ей плотник делал балкон. Она его упросила, типа, а можешь сделать мне малярку в комнате? Он сказал, что да, смогу. Намазал, лучше бы, ребята, он не брался. Вот таких этих буреломов не там наделал. Хотя он делал. Вот, а я вам покажу, как сделать отлично, и никто не придерется, что вы плохо сделали, что вы плотники. А малярку сделайте, как будто вы истинный маляр. Ребят, значит, прокатала я. Вот он глянцевый. Вот, я вижу, что он мокрый. Весь я его смогла вот за один раз макнула, и вот уже грунтовочкой все у меня тут пройдено. Все, теперь буду ждать, ребят, не меньше 3 часов, то она высохнет. Ну и с вами опять свяжусь. Сейчас я схожу в гараж, принесу штукатурку, гипсовую шпаклевочку, основет у меня есть, гипсовая тоже. Вот, и дальше посмотрим, как я буду двигаться по клейке. Давайте, ребятки, до встречи, пока.